Если дома только картошка и хлеб, не выбрасывайте их, а приготовьте вот такую вкуснятину. Готовится быстро и к тому же недорого. 3 крупные картофелины трем на крупной терке. И отжимаем всю лишнюю жидкость. Ну а пол луковицы точно найдется у каждого. Мелко режем и отправляем к картофелю. Туда же одно яйцо. А если еще и сыр завалялся, его тоже добавьте. Любая мелко нарезанная зелень, соль и ложка сметаны. Нужно все хорошенько перемешать и, конечно же, подписаться. У меня очень много вкусных рецептов. Теперь выкладываем начинку на хлебушки и жарим в капле масла с одной стороны 8 минут и с другой 2 минуты. Vous êtes des animaux.